Здравствуйте, с вами Fluttershy, 15-я, пожалуйста, проходить карту Обсидиан Конфликт. Короче, этой серии будет много больше, чем обычно, только будет несколько карт, именно куча заброшенных карт, которые такие короткие, и ничего особенного не требует. Но я нашел случайно еще одну карту, и я вообще про нее забыл, еще не помню, кто бы ее делал, но это моя карта. Называется Пазл воды, эпизод 1, по-русски. Тут просто поле без ничего, но смысл тут вот в чем. Так, тут вообще есть совычит, но есть. Да, тут смещение есть. Короче, тут пазл с помощью воды перепрыгивает всякие препятствия, как я помню. Короче, паркур с водой. Не помню, с какой карты у меня эта идея появилась. Вроде с GC бают пазл в гримоде. Такие карты, куча пазлов карты. По номерам которой. И это типа моя такая карта. Ну, вроде просто проходится. Но я знаю, тут хардкор потом пойдет. Больше тут ничего в этой карте нету, просто пазлы. Так, куда идти? Ага. Слишком темно, скажу я вам. Да, офигенный пазл. Я помню, то никто не мог это пройти, даже я. Даже я не мог пройти эту карту. Короче, что, как я так делаю, я зажимаю кнопку пробел и жму клавиши вперед, там и там подобное. Окей. И это все что ли? А это тоже за вода тогда. Так, эта карта заброшенная, я помню. А, это освещение просто. Я что-то ни хера не пойму. Включим свет. А, это глюки с водой, понятно. Тут и гик был карте. Ну вот, короче, это короткая карта. И давайте включаем следующую. Сейчас только скажу, какую. Вот пока я полазил, я нашел какую-то карту, которая называется Матеры. Я помню, что-то такие карты были. Трупа какой-то, Матера. Да, вот, кстати, есть трупок. Давайте попробуем ставим Матеры. Это вообще карта в 2008 году сделана. Это вы сейчас увидите, какое там апельство было бы еще хуже, чем тут. Если она вообще запустится, она вроде сделана была в... Хафать первым, Dead Might Sword, блин, они в Синерджи. Фу, запустилась. Ну, вроде, короче, стекали. Там, я, наверное, плохо слышно. Ну все, включил, короче, еще раз говорю, кто не слышал. Эта карта, по-моему, из серии то же самое, что и трупок. Но это куча разных версий карт, но разные названия, то есть без версии я так сделал карты. Это одни из самых первых карт. Была еще одна первая карта, но она осталась на старом компле, к сожалению. Вы увидели бы еще хуже Мапперса, чем тут даже. Ну, короче, меня было, если что, плохо слышно, но тут в Мапсиане есть такая хрень, когда меняется карта, то звук падает с других программ на ноль. То есть из-за этого меня вообще очень тихо слышно. Я не помню, из-за чего какого-то плагина связано, что-то такое. Ну, короче, я помню, тут рожа Гимана была, не? Видимо, в другой версии. Так, бочки, да? Видите, даже не умел карту нам она делать, видите, это все висит в воздухе. Я использовал вроде проп-стетика, надо было это проп-рагдол. Я про рагдол еще даже не знал, что это такое. Ну и глючная вода, да, это? Охрененная, блин, моя карта, блин. Я в шоке. Что же тут вообще такое есть, я уже не помню. Лабиринт с водой, да? Вообще криво все сделано, дырки за карту, блин. Я еще не знал ни про их, ничего. Вот такие вот мои карты были. Так, я выживу, нет? Спасибо. И тут вроде конец, да? Ну да, вот эта карта такая карта. Очень короткая. Ну, включим теперь, давайте, трупок. Другая версия, это же карта, я не помню, как в 1.1. Я хз, какая из них, давайте попробуем один сначала. Трупс, это, по-моему, тоже самое, то и трупок. Да хера версии карты, я просто в шоке. Давно не пирал. Так, тут еще жестче вода, как я вижу. Да, как видите, тут вообще полная хер с водой. Ну да, это самая карта. Это Матера, только с водой глюк, только не помню, что тут вообще есть. Или только тут с водой такой глюк и все, я так не помню. А-а-а, это вообще самая первая версия, тут вообще, видите, уже тупик. Это вся моя карта. Я в шоке, блин, это моя карта. Окей, давайте попробуем трупок. Трупок, знаете, это. А трупс, что такое трупс? Давайте посмотрим. По-моему, это та же самая карта, только еще другая версия. Тут вообще воды нет, окей.
Да, это карта вообще без воды. А вот тут вроде рот Джимана, да, есть? Да, вот эта херня! Упоротая модель Джимана, ну, текстура, блин. И Барни еще упоротая. И вообще, карта ужасов, полный ужас за все время. А тут дырки нету, да, воды? По идее, это тут все, да? Тут даже за карту выйдешь, наверное, будет все тупо выглядеть. Не. Да, это все, это вот такая карта. Ну вот как я делал раньше карты, теперь имейте в виду. Какие тут еще есть упоры? О, пока я рылся, нашел какую-то карту Finish Stage 1, мне кажется, это опять же моя карта. Это хера моих карт. Половина для тебя уже не помню. Короче, эта карта, тут ничего особенного нету, тут, короче, я использовал технологию опса. Тут можно удочку как бы создавать, я скопировал оттуда удочку, но она нифига не работает. Вау. Давайте проверим. Удочка. Да, типа удочки, но она вообще глючная. И типа хотел рыбалку сделать, но нихера не получилось. Да, это все тут, и глючная вода. И да, напоследок хочу показать еще другую карту, которую я помню, называется Parents. Их дохера эпизодов. Пробуем 5А. Я покажу, почему она называется Parent и в чем тут упор, если я хочу закончить этой картой. Какой-то глюк с записью был, ну вот, все. Понятно, тут глюк со спам, я помню, появляется иногда в стенке. Окей. Чё, издеваетесь? Я отсюда выбраться не смогу. Спам. Во, нормальный спам. Во, эта карта, короче, тут куча ловушек всяких, всякой упоротости. Вот это типа вид этой комнаты. Вот я вот там появился за стеной. Короче, смотрите, в чем смысл этой карты. Тут куча ловушек именно с лазером. Это есть карта такая тестовая, которая находится на Sword Inside, кто знает этот сайт, и где учат соединять предметы, ну, родитель и дочерные объекты, ну, между собой связаны, я это потом в туториалах покажу, Hammer Editor, как делается, но потом я решил разнообразить эту карту и сделать такую упоротость. Ну, сейчас увидите, смотрите, тут кнопки я сделал, ну, это по умолчанию была, она включает лазер между коробками, ну, который убивает. Ну это логично, тут везде лазеры, кстати, включились во всех коробках, я так сделал вместе их. Другие кнопки-то я уже сам прикалывался. Тут должен вылетать метрокоп, но тут клип не работает, к сожалению. Это было сделано в Синерже вроде. Тут кнопки тоже. Да. Тут зомби должен появляться, а не игрок. Почему-то игрок тут появляется, я не помню почему. Тут кнопка появляется как раз, да, вот сзади появился, а тут Enter, как я помню. Да, так и есть. Долго не играл в эту карту и помню, что появилось. Тут гигантский Энтрион появится, так что я его сразу уничтожу. Не, у меня есть же скрипт уничтожения. От Лихидны. Вот, импульс 203. Пробуем уничтожить. Эй. Я же включился в ЭЧИ. Уничтожайся. Во, скрипт сработал. Ну и я сдох тоже. И тут еще одна херня. Вот эта херня скопирована с другой карты. Ловушка такая. И аптечка. Я помню, какую-то команду вводил, эта карта превращалась в смешилище для кучи игроков. Как-то СВ-пу-пу-пури-пари. Я не помню, как это точно называется. Но она делала такую хрень, что все объекты становились сумасшедшими. Я, к сожалению, не помню команды, я попробую найти ее и подождите тогда. Хотя она частично работает. Сумасшедшие коробки, блин, делают. Ну сейчас тут слазит какой-то глюк произошел. Вроде толкание объектов идите. Вот, ну сейчас поищем, подожди. Похоже, я нашел эту команду. Это Pale Sable. Все проверим. Не, это все-таки не она, да? Не, не работает. Ладно, ищи. Короче, я рылся, в итоге оказалось, что эту команду убрали. Это была команда CV Push. Но такой команды уже не существует. Это раньше она была. У тебя можно было увидеть вот силу, там толкание было, такая охренень была штука. Но, к сожалению, я уже показать не могу, потому что тут это не работает теперь, эта команда. Хотя я могу сделать по-другому.
Но это будет работать не так, как надо, увеличить этот урон от монтировки. Но работать как раз надо не получится уже. Чтобы все как бешеные предметы ломались. Только частично, как-то вот так. А сами по себе они не будут ломаться. Вот так вот таким образом ты работал когда-то. Был вообще полный беспредел с этой штукой. Я помню. К сожалению, валовцы убрали эту команду. Ну, частично работает, но не совсем как надо. Только сила отталкивания такая сильная, как должна быть. Вот типа вот такого бреда. Ну, думаю, на этом-то все. С вами была Fluttershy 16. Ждите все прохождения и карты. И пока.